Христос харяв и мерелот, шнурхавор суд затик, оставац мез болорис пахапан. Шнурхавор суд затик. Христос воскрес! Воистину воскрес! Уважаемые друзья, в этом году Пасху отмечаем у друзей. Подготовились, куличи напекли, пасочку сделали. В основном все делали девочки с помощью термомикса, мамины помощницы. У меня вчера, к сожалению, не было времени. Я только ставила противни с формами. Девочки украсили даже очень, мне кажется, красиво. Сделали такие гнездышки на пасочках. Да. Здесь тоже одно есть. Да. Это мы берем с собой гости. Творожную мы с Нелли делали. София вчера расписывала яйца. Вроде все получалось. Но, к сожалению, когда положили в луковую шкарлупу, что-то пошло не так. И рисунок исчез. Здесь только немного кое-где видно, что есть рисунок. Ну ничего, попробуем еще раз на православную Пасху. И надеемся, что в следующий раз обязательно получится. Да. Уважаемые друзья, всех со светлым праздником Пасхи. Желаем всем Божьего благословения, мира, здоровья, удачи, мирного неба и всем светлой Пасхи!